Музыкальная пауза на дважды два. Бурый мишка жил в лесу, пригласил на чай осу. Она взяла и села у медведя на носу. Очень злая оса, вот какая оса, вот какая оса нехорошая. Мишка этого не снес, рассердился он всерьез. А оса за это больно укусила Мишку в нос. Очень злая оса, вот какая оса, вот какая оса нехорошая. С той поры оса должна по лесам летать одна. С ней дружить никто не хочет, всем известно, что она. Очень злая оса, вот какая оса, вот какая оса нехорошая.